Проблему с ремонтом археологического музея в Шаульдере не могут решить уже 5 лет. По словам руководства музея, капитальный ремонт здания завершили, а вот экспозицию не собрали. На это нужны дополнительные средства. Экспонаты сейчас пылятся на полках и в запасниках, а между тем среди них есть и такие, которым более 2000 лет. Вот смотрите, это ядро. Его мы нашли на городище Отрар. Здесь много экспонатов, которые рассказывают о битве за Отрар. Они интересны туристам. А вот это экспонаты из пластилина. Здесь тоже изображена битва за Отрар. В другой части музея место для экспозиции выделено. Вот только ни стеллажей, ни самих экспонатов нет. Приготовить экспозицию, а это значит изготовить и собрать постаменты, разместить самые ценные из них под стекло, все это стоит больших денег. От безысходности средств для завершения ремонта сотрудники музея начали искать сами. На сегодняшний день музей закрыт в связи с тем, что ведутся работы по экспозиции, по работе, восстановлению экспозиции. Музей был закрыт с 2012 года, велся капитальный ремонт, 2012-2013 год. С 2014 года мы вот ведем эти работы своими силами. Экспонаты, которые несут в себе историческую ценность, сейчас увидеть никто не может. А не показывать их – это одно и то же, что скрывать свою историю, уверяют местные жители и историки. Там представлены все артефакты, начиная с первых веков и по 18 век включительно. И как раз иллюстрируют, являются иллюстраторами или, значит, наглядным пособием всех прошедших эпох. Поэтому, сразу отвечая на второй вопрос, значит, что музей закрыт, это, конечно, проблема. Вот поскольку я знаю, что экспо 17-го года, которое будет, значит, и как раз будет предложено посещение и в том числе и Атрарского оазиса, Туркестан и Атрарского оазиса. Ответ на вопрос, когда будет полностью завершен ремонт в музее Отрарского района, пока повис в воздухе. На наш запрос в Министерство культуры и спорта Казахстана ответа пока не последовало. Возможно, грядущая выставка «Экспо» и, как следствие, поток иностранных туристов сподвигнет чиновников, наконец, обратить внимание на важнейший исторический объект Южно-Казахстанской области. Шудин Саидов, Ильдар Жунусханов, Амантай Улибеков, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Отрар».